В Иркутском СПИД-центре опровергли информацию о дефиците лекарств для ВИЧ-инфицированных. Сообщение о том, что в разных регионах России наблюдается нехватка жизненно важных препаратов, появились несколько дней назад в ряде официальных изданий. Это связывают с ростом распространения инфекции и недофинансированием. Тем не менее, как уверяют чиновники, в Иркутской области лекарств хватит на всех. У нас в регионе перебоев и дефицита с лекарственными препаратами нет. Все лекарственные препараты, закупленные, поставляются в Иркутскую область и выдаются пациентам бесплатно на необходимый период для того, чтобы обеспечить непрерывность этой терапии. На сегодняшний день в Иркутской области терапию проходят более 25 тысяч ВИЧ-инфицированных. Чаще всего для лечения используют препараты долутегравир и эвиплера. Оба производятся иностранными фармацевтическими компаниями.